тяжело сказать сейчас после этой игры. Много эмоций, много сил потратил рядом поля. Но первый тайм оборону расслабленно играли. Забили много моментов там. И Жарик Бетов, и Деблей, и Тошич, и Алманович, 3-4 из 100% момента в первом тайму, а так легко пропустили, так расслабленно играли далеко от игрока, и они забили два гола, два мяча забили в наши ворота, а никто не опекал их игроков. В штрафной уже было. Второй тайм уже начали и пожестче играть, и атаковать еще раз. Но не получается тогда. Тогда пропустили моменты и в конце и счастливы были, потому что у Тараса было 2-3 момента хорошие.